Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Томпсон. Добро пожаловать! Я хочу поздравить вас с тем, что вы сделали правильный шаг. Это один из важнейших шагов в вашей жизни. Именно в вашей жизни. Это не шутка. Почему, спросите вы? Потому что вы этим доказали себе, что вы можете куда-то стремиться, что вы можете куда-то идти и добиваться своих целей. И это, знаете, замечательно. Знаете, что я вам расскажу? Именно сейчас вы попали в 1% населения, которое вменяемо. Представляете, эти люди вменяемы до той степени, что они даже в себя инвестируют. Я просто очень долго занимался психологией, много разговаривал с людьми. И получается так, что люди где-то, когда-то о чем-то говорили, что они другого мировоззрения, просто отшучивались. Например, я архитектор, а там психолог, я юрист и так далее. Они попадают в ловушку, где им просто-напросто кранты. То есть, грубо говоря, шансов у них нет. Почему, спросите вы? Потому что они не могут признаться себе, что образования нету, опыта нету, и вообще они потратили свою жизнь в 5 лет впустую. У кого 4, у кого 8, смотря кто на что учился. Это все равно, что в тюрьме. То есть, бесполезная трата времени, как я уже говорил. Если на данный момент этим людям это образование не приносит деньги, значит, вы просто все спустили, так сказать, в унитаз. Вот и все. У вас сейчас есть инструмент. Смотрите, логистика и грузоперевозки. Я потом вам выложу всякие цифры, деньги, которые проходят через эту индустрию грузоперевозок, все это будет на примере. Потому что мы едим, одеваемся, говорим по телефону, смотрим компьютеры. Все это доставляется нам на траках. То есть, все это именно логистика. То есть, вы, как сказать, вступили в клондайк. Теперь единственное, что нам нужно сделать, это понять, что есть некоторые уровни. Всегда в жизни есть уровни. Низкие и высокие. То есть, поздравляю вас, у вас много уровней этого бизнеса, и вы перешли на ступень повыше, на новый уровень. Понимаете, то есть крутить баранку — это все же хорошо, я уважаю, конечно, каждого водителя. Я очень с многими разговаривал и общался, я знаю, насколько это тяжелая и ужасная профессия. Я сам сидел в траке, ездил как водитель, и у меня даже седла нет, но когда покупали с аукционов, гоняли, то мне приходилось самому ездить. И я понял, что это очень страшно на самом деле. Поэтому, когда вы переходите на новый уровень, когда вы переходите уже на уровень, где вы можете с телефона решать какие-то задачи и зарабатывать деньги, да, это на самом деле круто. Раз-раз поговорили и заработали. То есть, вот это уже уровень, правда? То есть, когда вы уже по звонку там завоевали каких-то людей, это вы уже вновь перешли на новый уровень. Поэтому вы должны, во-первых, успокоиться. У вас все будет хорошо. Почему все-таки в треть, спросите вы? Потому что трекинг, который мы для вас подготовили, он подкрывает очень много вопросов, которые у вас могут возникнуть. На протяжении последних полугода у нас люди перестали писать письма и задавать вопросы, потому что им просто больше нечего задавать. Представляете, вот так сделали тренинг, и человек не может придумать вопроса, который был бы не закрыт в этом видео. Супер, правда? Поэтому просто расслабьтесь. Самое главное для вас — это сконцентрироваться. И еще раз повторяю, я занимаюсь профессионально психологией, и у меня есть высшее образование в этой отрасли. У меня была своя школа, клиника и так далее. Да-да, это тяжело психологически постоянно работать с депрессивными людьми, обращаться, и просто я решил пойти из этого бизнеса. То есть, не в один бизнес, а в много. Я построил много корпораций и компаний и так далее. И самое главное, независим.
Чем бы вы ни занимались, вот сейчас, пожалуй, я попрошу выделить себе один день, ну, сколько вы там решите, месяц, неделю, год, чтобы полностью разобраться в том, что является для вас важным. Поэтому все, что вам нужно для того, чтобы стать успешным в этой индустрии, именно диспетчерские грузоперевозки у вас уже есть. Для того, чтобы стать успешным, вам ничего не нужно, кроме этого тренинга. В тренинге, если вам что-то будет не хватать, обязательно пишите, мы все добавим. Для этого мы этим и занимаемся. Это академия для вас. На русском и на английском, сейчас уже и на испанском. Для того, чтобы вы могли создать себе платформу. Чтобы вам не нужно было тыкаться в стену, когда есть вот прям дверь, прям рядышком. Так, чуть-чуть вот голову повернул, вот здесь вот прямо. Поэтому не стесняйтесь, задавайте как можно больше вопросов. После того, как вы пришли на тренинг, потому что я уверен, что у вас их просто не останется. Поэтому все, что мне остается сделать, это пожелать вам действительно удачи и счастья. Самое главное, много-много денег. Потому что вы живете уже не в коммунистической, а в капиталистической стране. И здесь все про деньги. Поэтому удачи вам. Зарабатывайте как можно больше. Наслаждайтесь жизнью. Делайте свою жизнь более счастливой и красивой. До встречи. Я жду вас.